Разницу-то я скоро сообразила. Экономкой у Веры я ела дерьмо по 8 часов в день, 5 дней в неделю. А платной ее компаньонкой я его... Как Вера, целуй меня в задницу, Донован. Слушать старого простого деревенского доктора, вроде Чипа Фрэма. Я его еще похороню, говорила она, и выпью виски содовой у него на могильной плите. Ну, не очень-то мягкая, но справедливая. Если ты со второго раза не запомнишь, на какие полки ставить выпечку остывать, а до того, как начались все ее неприятности. Это для нее вроде развлечения было. Чего тебе тут надо? Говорит она мне в первый же день. Тебе бы дома сидеть со своей малышкой и готовить обеды повкуснее и пообильнее для светоча твоей жизни. Миссис Каллен с радостью будет присматривать за Селиной 4 часа в день, говорю я. Работать я могу